to Swansea. And Nazard on the bench, Alvaro Morata doing well of late, sitting in third in the Premier League. They're looking to close that gap back on Manchester United to the 3 points. So away we go. The next Chelsea know that they have to win. Can't win them all. As Morata gets it through, Pedro in straight away. And a bit of view here. Pedro certainly felt that it came off Van der Hoorn's arm. It may well have done, but given the short distance, penalise that. I'm not sure Neil Swarbrick can get a decent view of that. I think he's blindsided. He's right behind that. He's looking in from behind. Себе в январе, в конце декабря отдыхать по-настоящему не позвали. Для кого-то мяч отпустил Вильян. Фабригас выцеливает. Удар по воротам. Коленом пробил испанский форвард. Любопытная ситуация. Нагнувшись, даже не столько положив корпус, сколько сделав такое аккуратное движение. Ну вот офсайд. А потом, по-моему, в момент рикошета уже не офсайд. Его в центр отсюда не пробьешь. А вот здесь катнуть защитника и в дальний угол. Так и сделал Вильян и заработал. В карьере, когда, приходя в штрафную, и Марата с защитником, и Педро рядом. Но пробить не дали. Здесь грудью скидывает мяч. Уже в штрафной. Два финта, прострел. Пустые ворота. Но некому переправить туда мяч. А защитник Моусон. А, вот видите. Мне показалось на одном из повторов, что Моусон, судьи показывают удар от ворот. Давайте проверим. Оп. Ну как же, Педро ведь выставил ногу. Вильян назад, Канте. Но здесь много очень вариантов. Пора подавать. Навес, еще один угловой. Раскачивать оборону переводами. Отличный пас. Алонсо, Марата. И уже, казалось, переправляет только из двух центральных защитников. Левый. Но оказался прямо по сегодня. Предыдущие красные раскрывались. Хотя там очень динамичная такая плотность. Вильян проходит пас и удар Педро. Вот это было красиво. Отскочил под Вильяна. Разыгрался. На левом фланге бразилец. Но Педро переправлять мяч в сетку. Ну, очень сильный пас на пенальти. Сейчас даже 11. Не пенальти. Канте, удар, рикошет и гол! Два рикошета, по сути, но второй уже был продуман Антонио Рюдигером. Успел он голову подставить. Мощный удар Н'Голо Канте принес успех Челси. Все-таки 11-й корнер сработал. По-новому оригинально его разыграли хозяева, и Рюдигер забивает. Ну, кстати, ему было очень непросто так среагировать. Но попроще, чем вратарю, у которого вовсе не было шансов. Вот удар. Рюдигер в правильном положении. Мяч летит от Вильфреда Бони. Смешно, что два вторых в прошлом году перешел в Суонси. В полете польский голкипер отбивал мяч. Бил примерно с 11-метровой. После передачи с фланга. И тоже из-под перекладины. Марата в первом тайме. Испанец, чуть положив корпус, ногой продил. Ругаться тоже здесь не на что. Потеря у Суонси. Мяч штрафной. Торопится с ударом Альваро Марата. Это он пропускает Марату, потом цепляет как может. И, похоже, все-таки без фола, показывает испанец. Вот он, прорыв. Себе в январе, в конце декабря отдыхать по-настоящему не позволяет. Для кого-то мяч отпустил Вильян. Фабригас выцеливает. Удар по воротам. Коленом пробил испанский форвард. Любопытная ситуация. Нагнувшись, даже не столько положив корпус, сколько сделав такое аккуратное движение. Ну вот офсайд.
А потом, по-моему, в момент рикошета уже не в... И вот в центр отсюда не пробьешь. А вот здесь катнуть защитника и в дальний угол. Так и сделал Виллиан и заработал. В карьере, когда... Приходя в штрафную, и Марата с защитником, и Педро рядом. Но пробить не дали. Здесь грудью скидывает мяч. Уже в штрафной. Два финта, прострел, пустые ворота. Но некому переправить туда мяч. А защитник Моусон... А, вот видите. Мне показалось на одном из повторов, что Моусон... Судьи показывают удар от ворот. Давайте проверим. Оп. Ну как же, Педро ведь выставил ногу. Виллиан назад, Канте. Но здесь много очень вариантов. Пора подавать. Навес, еще один угловой. Раскачивать оборону переводами. Отличный пас. Алонсо, Марата. И уже, казалось, переправляет только из двух центральных защитников. Левый. Но оказался прямо по сегодня. Предыдущие красные раскрывались. Хотя там... Очень динамичная такая плотность. Виллиан проходит, пас и удар Педро. Вот это было красиво. Отскочил под Виллиана. Разыгрался. На левом фланге бразилец. Но Педро переправлять мяч в сетку. Он очень сильный. Пас на пенальти. Сейчас даже 11. Не пенальти. Канте, удар, рикошет и гол! Два рикошета, по сути, но второй уже был продуман Антонио Рюдигером. Успел он голову подставить. Мощный удар на голову Канте принес успех Челси. Все-таки 11-й корнер сработал. По-новому оригинально его разыграли хозяева и Рюдигер. Забивает. Ну, кстати, ему было очень непросто так среагировать. Но попроще, чем вратарю, у которого вовсе не было шансов. Вот удар. Рюдигер в правильном положении. Мяч летит от Вильфреда Бони. Смешно, что два вторых в прошлом году перешел. В солнце, в полете польский голкипер отбивал мяч. Бил примерно с 11-метровой после передачи с фланга. И тоже из-под перекладины. Марата в первом тайме. Испанец, чуть положив корпус, ногой продил. Ругаться тоже. Здесь не на что. Потеря у солнца. Мяч штрафной. Торопится с ударом Альваро Марата. Это он... Пропускает Марату, потом цепляет как может. И, похоже, все-таки без фола, показывает испанец. Вот он, прорыв. Хитником и Педро рядом. Но пробить не дали. Здесь грудью скидывает мяч. Уже в штрафной. Два финта, прострел. Пустые ворота. Но некому переправить туда мяч. А защитник Моусон... А, вот видите, мне показалось на одном из повторов, что Моусон судьи показывает удар от ворот. Давайте проверим. Оп, ну как же, Педро ведь выставил ногу. Виллиан назад, Канте, но здесь много очень вариантов. Пора подавать. Навес, еще один угловой. Раскачивать оборону переводами, отличный пас. Алонсо, Марата и уже, казалось, переправляет только из двух центральных защитников левый. Но оказался прямо по сегодня. Предыдущие красные раскрывались. Хотя там очень динамичная такая плотность. Виллиан проходит, пас и удар Педро. Вот это было красиво. Отскочил под Виллиана. Разыгрался. На левом фланге бразилец. Но Педро переправлять мяч в сетку. Он очень сильный. Пас от Пернера пенальти. Сейчас даже 11. Не пенальти. Канте, удар, рикошет и гол. Два рикошета по сути, но второй уже был продуман Антонио Рюдигером. Успел он голову подставить. Мощный удар на голову Канте принес успех Челси.
Все-таки 11-й корнер сработал. По-новому оригинально его разыграли хозяева, и Рюдигер забивает. Ну, кстати, ему было очень непросто.